Доброго времени суток, друзья! В этом видео мы покажем одну из очередных блок-форм для заливки пенополиуретановых термопанелей, которые мы по техническому заданию заказчика разработали и изготовили. Результатом нашей работы должна была стать продукция в виде термопанели, которая имеет по периметру шип-пас и должна быстро и эффективно иметь возможность увеличивать толщину панели, а также с основанием с USB, которое также можно изменять толщину по необходимости. Вся эта конструкция должна быть разборной и иметь возможность внесения конструктивных изменений без ущерба для несущей части, а также должна быть простой в эксплуатации и обслуживании. Задача была поставлена непростая, и мы постарались ее выполнить. Механизм открытия формы на первый взгляд излишне сложный, но это имеет технологическое обоснование. Первое. Крышка должна вначале приподниматься на определенный уровень, так как имеет определенный профиль и конфигурацию. Второе. Должна отводиться из рабочей зоны и не имея статичного шарнира механизма, так как конструкция является раздвижной для увеличения толщины изделия. И третье. Должна иметь надежный и эффективный механизм прижима крышки к основанию. Я заранее прошу прощения за не самое презентабельное представление блок-формы. У нас было мало времени перед отправкой заказчику. Для внутренней полости были свои требования. Первое. Это точность и чистота поверхности. Второе. Так как присутствуют элементы шип-пас, просто после открытия крышки извлечь панель не получится. Ее нужно разобрать и максимально быстро, и учитывая возможность периодических прилипаний пенополиуретана к поверхности, должна быть возможность эффективно и быстро разбирать и чистить детали и сопряжения. Как вы видите, открытие и закрытие происходит в определенной последовательности, опять же с учетом внешней конфигурации изделия. С обратной стороны панели закладывается лист USB, который можно иметь различные толщины и выполнять роль несущей части, а также немного сдвинут по отношению к плите и является элементом шип-паза. Для увеличения толщины изделия используем калиброванный материал, обеспечивающий идеальное прилегание плоскостей поверхности. Данная форма может увеличивать толщину шагом 25 мм. Регулировка крышки относительно увеличенной высоты довольно проста. Достаточно ослабить болтовое соединение крепления механизма прижима, закрыть крышку механизма, которая автоматически адаптирует ее к основанию, и обратно закрепить болты. Еще раз хочу обратить внимание, что все поверхности имеют идеальное сопряжение.
Хотелось еще добавить, что в основе разработки лежит определенный материал с определенными размерами. Разрешите на этом окончить данный обзор. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале.